Мэром Рима впервые в истории стала женщина. Во втором туре голосования уверенную победу одержала 37-летняя Вирджиния Раджа. Она представляет итальянскую оппозицию, движение «Пяти звезд», основанное несколько лет назад комиком и блогером Беппе Грилло. Вирджиния Раджа – профессиональный юрист, много лет занималась адвокатской практикой. 2 года назад ее избрали в коммунальный совет Рима. Победу сторонники движения «Пяти звезд» празднуют и в Турине. Там, вопреки ожиданиям, действующий мэр и член правящей партии уступил первое место представительнице оппозиции.